Слышь, Длинный, откуда столько снега? Знаешь, Толстый, я за свою жизнь столько книг перегрыз. Что скажу тебе, снег – это замерзшая вода. Замерзшая еда? А у меня с утра маковой снежинки во рту не было. Сейчас поймаю покрупнее и съем. О, крупненькая, ой, мимо. Ну, сейчас. Сейчас съем. Не ешь! Простудишься. Ну и мороз. Ездим, ездим с места на место, из города в город уже лет 100, наверное. Ну сколько можно? А мне нравится путешествовать. И все потому, что этот старик Дроссельмейер не может найти какую-то девчонку. А здесь девчонок нет. И я замерз, и есть хочу. А помнишь, Толстый, какие сосиски были в Германии, а в Англии? А в Англии были вкуснейшие корешки книг. Трави душу, неделю уже шишками питаемся. Вот мы и в России. Может быть, принц, ваше странствие счастливо закончится здесь, в Санкт-Петербурге? Давай, давай, кучер, гони, гони, уже Петербург виден. Пошел залетный. Давай, кучер, давай. Ай, что такое, кто посмел? Эй, вы там, на карете, приказываю следить за стариком. Слушаемся, ваше мышинство. Это что такое? Что за гости заморские? Ну, чудеса! Открывай! Эй! Свят, свят, свят! Привидится ж такой петушок, золотой гребешок. Эй, стража! Ворота шире, король едет! Давайте помедленнее, меня же укачивает. Да, под Новый год чудеса случаются. Сегодня Новый год. Новогодний праздник наш город становится особенным. Красивым, как в сказке. Будьте здоровы. Что, Машенька, опять жениха увидела? Отстань. Николка, не дразни сестру. Будешь плохо себя вести, не поедешь на бал. Вы ведь помните, мы все приглашены. Сейчас приедем домой, отдохнем и к полуночи будем собираться на праздник. Ух ты, смотрите, пожарные, а лошади какие. Вот это да! Здорово! Тяни! Поднимай повозку! Раз! Я высоты боюсь! Осторожнее, я вам не елочная игрушка, я король! Ура! Какая красивая карета! Что это? Ой. Ну все, начинается. Ой, насколько можно? Ой, опять эти превращения! Хватит ворчать! А то будет как в прошлый раз. Беги, беги быстрее! Ой, береги, опять придавим! Уже придавила! Давай! Вот вечно с тобой так!
каждый раз одно и то же. Не люблю волшебников. Маша, ты куда? А, можно я посмотрю игрушки? Игрушки? Я тоже хочу, Маша, Николай, немедленно вернитесь. Папа, мы только посмотрим. Пусть посмотрим. Маша, только недолго. Как красиво. Вот это да! Сколько игрушек! Странный всадник. У него такой грустный вид и печальные глаза. Ой, он плачет. Ха-ха, это же деревяшка. Как она может плакать? Ты, Маша, какая-то ненормальная. Ты не понимаешь, мне кажется, он... Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здрасте. Вам понравились мои игрушки? А кто это на лошадке? О, это долгая история. Позвольте представиться, мастер Дроссельмейер. Заходите в лавку, здесь много интересного. Ты что? Нам же влетит! Да мы на секундочку. Ну-ка! О, прошу. Смотри, девчонка заходит в лавку. Надо доложить его бешенству. Не суетись, велено подглядывать. Наблюдать. Слышь, Длинный, ты умный. Книжки в Кембридже грызь. Скажи, в России сыр есть? А? В России есть все. Ой. И когда мы это все будем есть? Вообще-то я голодный. Как много игрушек. Какой смешной, забавный человечек. Сколько солдатиков! Вот это да! Толстый, ложись. Уже лежу, да. Ничего себе. Ну и ну. Ой, Николка, положи на место. Ну зачем? Маша, ты? Это кавалер точно для тебя. Ай-два, ай-два. Утюг-утюг, какой же ты уродец. Вот это зубки. А, он меня укусил. Осторожно. Это не простая игрушка. Это щелкунчик. Он умеет колоть орехи. Если он вам понравился, можете забрать его с собой. Нашла жениха. Мне его просто жалко. Смотри, какой он грустный. Да это же деревяшка, 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 деревяшка. Не обращайте внимания. Мальчишки все такие. Маша нашла себе деревянного принца. Теле-теле тесто, жениха-невеста. Немедленно тесто, тесто. Никока, ему же больно. Не ссорьтесь, дети. Посмотрите-ка лучше одну весьма поучительную историю. Вы увидите ее в моем волшебном театре. Тише, Толстый, спектакль начинается. Сейчас опять нас покажут. Давным-давно в одном королевстве жил-был принц. В раннем детстве он остался без родителей, поэтому все жалели и баловали его. А он вырос грубым и капризно. И главное, не научился никого любить. Поговаривали даже, что у него деревянное сердце. А в подземелье дворца
жил мышиный король. Правда, никаким королем он не был, но очень хотел им стать. И поэтому приказывал называть себя «Ваше мышинство». Он жутко завидовал принцу и посылал своих слуг подглядывать и доносить ему обо всем, что происходит во дворце. Слуги в точности выполняли приказ. А мышиный король учился у принца настоящим королевским манерам. Хороший мальчик. Да. Воспитанный. Принц, как всегда, изводил своих придворных капризами и придирками, что очень нравилось мышиному королю. И ничего смешного. Да, действительно, слугам принца было не до смеха. Парикмахер, фрейлина Клара, маленький Паш и добрая нянюшка очень старались угодить своему любимцу. А он только издевался над ним. Чужие слезы веселили принца. Ну и чучело. И тогда я решил вмешаться. Мой мальчик, ваше поведение недостойно принца. Ой, дядя. Ваши подданные заслуживают лучшего отношения. Уж и пошалить нельзя. Он ведь еще ребенок. Он не справится. Скоро новогодний бал, а эти недотепы не могут меня ни одеть, ни причесать не могут. Хватит капризничать. Мне стыдно за вас. Вот ваш новогодний наряд. Надеюсь, он вам понравится. Вот какой я на самом деле. Красивый, нарядный и умный. Да, принц, вы умны, красивы, все вас любят. Но вы не любите никого. Наверное, у вас действительно деревянное сердце. Почему деревянное? Вот, вот, бьется. Бедный принц. Если бы он знал, что ждет его в скором будущем. Зато мышиный король свое будущее представлял очень отчетливо. Сир, окорок. Смотрит. Правда, толстый? Никогда. Слышишь, никогда больше не называй меня толстым. Я уже неделю еды не видел. Обед действительно подавали раньше, так как в этот вечер ожидали приезда гостей на новогодний бал. Но для принца веселье уже началось. Пока ничего необычного. Поведение принца очень огорчало меня. Я понял, что перевоспитать мальчика можно только с помощью волшебства. Есть! Ой, подумаешь, я бы тоже попал. А теперь десерт. Я думаю, вам всем понравится. Что готовим, мой друг? Ой, дядюшка Дрессельмейер. А мы просто играли. Ах, принц, наверное, только чудо может изменить вас. Поэтому сегодня на новогоднем балу я подарю вам одну очень полезную вещь. Опять нравоучение. Ой, как надоело. Я подарю вам орех, исполняющий желание.
Только он поможет вам обрести живое любящее сердце. Орехами здорово стрелять. С 12-м ударом часов надо съесть ядрышко этого ореха, и ваше желание исполнится. Это орех из волшебной страны. Какой орех? Орех Крокотук. Этот тук будет мой! Надоели мне все. Ой. Где моя лошадь? Быстрее, бездельники! Чок-чок. Чок-чок. На свалку к тетке Машеньке. Вперед. Быстрей. Быстрей. Липовый, ты допрыгайся у меня. Вот разгрызу орех, и твое королевство будет моим. Вот она, королевская свалка. Здесь живет старый колдунь. Мама. Ой. Лошадь сразу не поедет, пусть остынет. Эх, даже попить не успела. Вам пора в отставку. Тетя, где она? Может, померла давно, а я не знаю. Спасите, помогите, спасите, помогите. Почаще, дорогой племянничек. Про волшебный орех Крокотук давно бы все знал. Откуда вы знаете, зачем я пришел? Вы не могли быть во дворце принца. Что ходить не могу, помнишь? А про тень мою помощницу забыл. Она мне все докладывает. А за орехом этим я охочусь с давних пор. Тебя тогда еще на свете не было. С помощью ореха Крокотук мыши могли бы завладеть всем миром. Но мой вечный враг Дроссельмейер заманил меня в ловушку. Меня убили! Какую мышиду! Но орех должен быть наш, и ты добудешь его. Напиток тьмы придаст тебе силу. Что вы, тетя? Если у вас уж не получилось, то у меня... А моя тень будет помогать тебе. Понадоблюсь, свистни трижды. Ладно, не свисти, просто позови меня. И пока мои лапы держат спицы, ты не останешься один. За тобой пойдет бесчисленная армия мышей. Ну, вперед, мой герой! Следующий бал в этом дворце... Ой-ой-ой! Будет в мою честь! Наш принц опять опаздывает. Принц чуть-чуть задержался. Он совсем не уважает своих гостей. Скоро полночь. Пора бы ему появиться. Ты
подарки. Вас заждались гости. Я принц, поэтому могу опаздывать. Слезайте. Ой. Ну что ж, ваше высочество. Вот орех, который я обещал подарить. С его помощью вы сможете стать другим человеком. Орех? У меня таких подарков полны карманы. И другим я становиться не хочу. Что ты делаешь? Даже если весь этот зал будет полон игрушек. Мой орех, мой, мой. Спрячьте меня, тетя. Что ты наделал, глупый мальчишка? Да. Вот так заканчивается эта печальная история. С тех пор прошло много лет, а принц все еще остается деревянной куклой. Да ерунда все это! Сказка про щипцы для орехов! Неужели принцу нельзя помочь? Ведь волшебный орех сгорел. Нет, Маша, еще не все потеряно. Орех крокотук созревает в волшебной стране каждый Новый год. Принц снова может стать человеком. Но для этого ему надо попасть в волшебную страну и найти этот орех. Вот еще! Пусть он остается деревяшкой, так ему и надо. А я очень хочу помочь ему. Это не так просто, милая барышня. Никто не знает, какие опасности подстерегают вас впереди. Вы думаете, я не справлюсь? Но я буду стараться. Тогда его судьба в ваших руках. Хватит выдумывать! Пошли быстрее, а то родители будут сердиться. До свидания. Одного я ей не сказал. Стать человеком щелкунчик сможет только, если его по-настоящему полюбят. Я думаю, это та самая девочка, которую мы так долго искали. Она поможет щелкунчику попасть в волшебную страну. Ты слышал? А? Девчонка. Толстенький, ты жив? Девчонка в волшебную страну. Ой. А мы тут в сугробах. Какой же ты толстый, все-таки толстый. Я хочу волшебную страну. Здесь холодно, а там тепло. Там все есть, а? В магазине. Только платить не надо, ты понял? Будем кататься, как сыры в масле. А сырником на сковородке у нашего короля не хочешь? Не хочу, а где он? Пойдем искать. Вот так всегда. Тихо, толстый, не оборачивайся. Ой. За нами следят. Пошли. А что я такого сказал? Что я такого сказал? Не снегом же нам теперь питаться. Длинный, ты говорил, в России все есть, а есть нечего. Неужели все съели? Не переживай, толстый. Вот отыщем орех, и тебе поставят памятник. Из сыра? А я его съем. Ой! Все ищем, ищем. То девчонку, то его мышинство, то орехи. Ой-ой-ой-ой-ой.
Толстый, вот если орех-крокоток будет у тебя, вот что ты пожелаешь? Я его съем! Безумец, он же волшебный, а? Тогда я попрошу у него большую головку сыра. И все? Ну, две. Эх, Толстый, учу тебя, учу. А ты все равно только о еде думаешь. У меня от голода буквально ноги подкашиваются. В этом городе можно заказать ужин? Ой, или экипаж? Карета. Что это? Куда? Эй! Кто это? Спокойно, Толстый. Эй, кучер, не гони! Здесь дед кучера. Ой. Толстый, это трамвай. Современное средство передвижения. То-то мы так быстро понеслись. Аж в глазах творится. Ой. Слушай, длинный, это случайно не вагон ресторан? Может, здесь стоит заказать столик на двоих? Этот вагон идет в депо! Тыщ, безбилетники! Предатели! Ой, столик на двоих! А про меня забыли! Ничего, подождем другого трамвая. Конечно! Толстый! Помню, я как-то в Кембридже грыз одну очень умную книгу. Из нее я узнал, что вот эти маленькие желтые точки на небе... Куски сыра! Нет, нет, нет. Это звезды. И на них живут разумные существа. Мыши! Теперь закрут! О, наше мышинство. Вы со звезды? С луны! Где вы болтались? Там. Там! Я вам что приказал? Мы все узнали. Девчонка, нет, щелкунчик. Или девчонка, нет, щелкунчик. Оживет и пойдет в волшебную страну. А мы за ним. За орехом. Скорее вперед! Я не позволю, чтобы мой орех достался щелкунчику. Ну, снимите вы меня. Сейчас. Я уволю. Котов найму. Вы ударились? Остолопы! Отстаньте! Отстаньте от меня! Не трогайте меня! Спасите! Тетя, может, не надо? Помогите! Мы нужны трамвай! Спасите меня первым! Мы за мужем заказали! Меня спасите, пожалуйста, я всем нужен! Я самый ценный! Я самый умный! Мужем заказали! Деревянный принц здесь! Найдите его! Нос! Куда нас занесло на этот раз? Сосиски из Германии, сыр из Швейцарии, масло вологодское. Чую, что все здесь это есть. Молчать! Мне нужен щелкунчик. Ой. Найти и принести. Бегом! Только и знать командовать. Бегом, бегом. Смотри, Толстый. Полнолуние. Как на сыр похоже. Круглая, желтенькая. Так бы и съел. Устала, девочка моя. Ну, спи, фантазерка.
Я плохо вижу. Это девчонка? Как она выросла быстро. Конечно, ест 3 раза в день. Ой. А? Не то, что мы. Мечтаешь? Кто будет искать щелкунчика? Может, я старая больная мышь? Быстро проверить, жив он или нет. Так, ну, шевелись, шевелись. Не шевелится. Так, девчонку сюда. Где же принц? Не приснился же он мне. Ваше высочество, а я вас искала. Позвольте пригласить вас на вальс. Молчать. Вот она, девчонка-то, очкарик. Улюбилась, ля-ля, 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 ля-ля. Как это романтично. А вы, принц, я знаю. Я слышала всю вашу историю. И я очень, очень постараюсь вам помочь снова стать человеком. Я знаю, что вы меня слышите. Просто не можете ответить. Сейчас что-то будет. Это вы, мастер Дроссельмейер? Наверное, я все-таки сплю. Отлично! Пора действовать! Я так рада! Отстань! Что вы? Я просто боюсь, вы можете упасть. Здесь так высоко. Я так и знала. Я еще утром знала, что сегодня произойдет какое-то чудо. Смотрите, а вот и ваши слуги, они тоже оживают. А вы не хотите поздороваться с вашими придворными? Господа придворные, меня зовут Маша. Давайте вместе поможем принцу. Ой, а вот и мышиный король. Да, я король, признавайся. Ты трепещешь присутствие мышиного короля. Ой. Не бойтесь, это мышки из дворца принца. Они не страшные. Ой. А, так тебе не страшно. А ну отдавай своего деревянного болвана. А то всех загрызем. Ну уж нет, ни за что. Гадкая девчонка, не хочешь по-хорошему? Силой отберем! Армия к бою! Шагомарш! Ваше высочество, неприятель наступает! Мне драться с какими-то грызунами. Не королевское это дело. Принц, неужели вы оставите своих подданных? Отстань! Они справятся без меня. Во
Ваше высочество, как вам не стыдно? Неужели вы струсили? Я струсил? Моя верная лошадь. В атаку. Я принц, я полководец, а полководец командует сверху вниз, из укрытия. А кто же возглавит войско? Кто? Кто? Кто, а? Я! Вот! Достойный командир! К бою готов? Ага! Мыши, вперед! Стой, своих раздавишь! Слон боится мышей! Накройте ему голову платком! Готово! Вперед! Добрый вечер! Ого! Что вы ждете? Бейте их! Ты что кидаешься? Больно ведь! Ой, меня притянет! С тобой всегда так! Ура! Мы победили! Тетя, помогите! Мои войска разбиты вдребезги! Тетка, боевая старуха, вовремя подкрепление прислала. В атаку, мои верные солдаты! У него завод кончается. Умираю. Ага. Но не сдаюсь. Мы тебя сами сдадим в утиль. Так. Вы меня разозлили. Мама! Вот вам все! Вот вам еще! Что, получили? Еще получите. Ваше бесчинство! Все, победил. Хватайте щелкунчика. Не трогайте принца! Маша, что за шум? И тебя, утиль. Что здесь происходит? Маша, что ты натворила? Сейчас не время играть. Я спасала щелкунчика. На нас напали мыши.
Маша, опять твои фантазии. Ты уже взрослая девочка, а ведешь себя хуже Николки. Смотрите, она открыла все подарки. И мои тоже. Они украли принца. Мыши его украли. Какие мыши? Кого украли? Маша, не говори глупостей. Мы все сегодня идем на новогодний бал, и тебе уже пора собираться. У меня завтра будет 1000 новых солдатиков и лошадь живая. Ой. Нашего принца похитили мыши. Мы должны спасти его. Судьба в ваших руках. Дубовая голова, говори, как пройти в волшебную страну. Да
давайте. Молчит. Может, он все забыл? Сейчас вспомнит. И все нам расскажет. Смотри сюда и вспоминай. Никто не знает, что ты здесь, на кладбище. И на помощь никто не придет. Не жилец ты, Фас. Говори быстрее, а то от тебя одни опилки останутся. Гляди-ка, на твои похороны уже воронье слетается. Эй, ты гадина, кто тебя звал? Ну и ладно. Чтоб ты отравилась. А щелкунчик пока нам нужен живой. Сейчас будет самое страшное. Нет ничего страшнее, чем старухи мужчины. Слушай, Длинный, а если он от страха заикаться начнет? Он ничего сказать не сможет. Да. Ты думаешь, мы сумеем его напугать? Давай, зажигай. Слушаюсь. Длинный, а ты свои тени боишься? Я на нее не смотрю. А щелкунчик смотрит? Сейчас проверим. Начинаем отбрасывать тень. Хорошо, что не коньки. Язык ему развяжите. Пугайте его. Пугать? Пугать на голодный желудок — это пытка. Придумал. Выступает театр теней под руководством мышиного короля. Только один раз, только сейчас. Поездом Санкт-Петербурга. Действие первое – кладбище. Действие второе – смертельный номер. Антракт. Действие третье. Сейчас проверим, не отсырел ли ты в здешнем климате. Ну что, вспомнил, как пройти в волшебную страну огня? Раскомандовался. Я артист театра теней. Твое место в буфете. Осторожно, осторожно. Пожалуйста. Пожалуйста. Ты принц занозистый парень. Ничего, мы тебя быстро расколем на щепки для растопки. Сейчас тебе будет больно. Говори, дурачок, обгорелый бачок, говори! Кто толкнул свечу? Остолопы, бездельники, с вами ни одно дело до конца не доделаешь. Да, гори он синим пламенем, мне моя шкурка дороже. Ой, принц, держитесь! Я сейчас! Маша! Смотрите, она его спасла. Догнать! Отнять! Ой, сейчас, сейчас. Опа. Я ослеп? Вы прозрели, ваше мышинство. Девчонка уходит, догнать ее. Уходит, уходит. Отнять деревяшку. Ну, а с этими, ваше мышинство? Что? Что? Что делать? Бейте их, ломайте, закатайте их в снег, заройте их в сугробы. Им самое место на кладбище. Получай. За ними. Стой! Ой, устал. Гадкая девчонка, отдай щелкунчика. Мастер Дроссельмейер, откройте! Откройте!
безопасности, принц. Открой сейчас же! Странная комната. Может быть, здесь мы найдем подсказку, как попасть в волшебную страну. Осталось мало времени. Мастер Трассельмир! Что с ними? Они тоже сражались за нашего принца. Я не напрасно так долго искал вас. Вы не испугались и спасли щелкунчика. А вы, принц, посмотрите на свою свиту. Они рисковали собой ради вашего спасения. Благодарю вас, друзья. Хочу вам напомнить... Орех-крокотук теряет свою волшебную силу после 12-го удара часов. Осталось совсем немного времени. Как же нам попасть в волшебную страну? Это вы должны узнать сами. Загляните в хрустальный шарик. Тем, у кого любящее сердце, он укажет дорогу. Мой игрушечный комод. Я поняла! Правильно. Там и есть дверь в волшебную страну. Она у каждого своя. Но скоро полночь. Мы не успеем попасть домой. Я вам помогу. Отойдите чуть назад. Вот так. Теперь вы одного роста. Вы пройдете через зеркала. Куда мы попали? Мы на кухне в нашем доме. И запомни, племянничек, вход в волшебную страну через комод. О! Мыши знают про комод. Нам надо спешить. Такая же елка была у нас во дворце, когда я был принцем. Вы сейчас принц, ваше высочество. Ты должен попасть в волшебную страну первым и изничтожь щелкунчика. И гадкую девчонку. Не бойтесь, Маша. Я смогу защитить вас. Ты теперь такая маленькая. Бойся меня. Я помогу вам. У вас тоже будет своя армия. Но ваша победа зависит только от вас. Молчи, хвост. Вперед это я. Нет, вперед это я. Вперед! Кавалерия, в бою! К вашим услугам! Изрублю все. На! Порублю!
растоплю. Куда ты лезешь? Убегаешь? А, испугался. Ты куда? Где ты? Куда ты где-то прячешься? Куда ты делся? Вот ты, деревяшка! Порублю, уничтожу! Глаз с него не спускать. Разбилок не оставлю! Пойдемте, Маша. Скорее, принц! Прошу вас. Ой, как высоко. Мы справимся. Тетя Мышида меня зашнуровали. Тетя, я задыхаюсь. Вон отсюда. Ботинок шнур. И ты, догонку. Ой. Деревяшка сбежала. Трусы, предатели, орудие сюда! Давай. Ну, слезайте оттуда, а то я открываю огонь. Прицел 15, хлопушка 20, дальнобойной присоской и... Не волнуйтесь! Принц, вы спасли мне жизнь! Вы настоящий герой! Идемте, нам надо еще успеть найти дверь в волшебную страну! Принц, а вы знаете, куда нам идти? Знаю! Теперь я поведу вас! Веди, деревяшка! За мной! Сюда! Прыгаем! Не свалиться бы! Маша, не смотрите по сторонам. Чтобы я еще хоть раз. Нас зовут. Не слушайте их. Нам надо идти вперед, туда, где свет. Пусть тетка сама сюда лезет. Но там темно. Не заблудились? Нет, Маша, нет. Вот вход в волшебную страну. Тетя, здрасте. До свидания. Тебе пора. Уже иду. О, волшебная страна. Шустрый. Поберегись! Обманули! Волшебная страна! Сон даже не золотой! Ну, твой выход, племянничек! Я слова забыл. Сам орех найду. Вот он! Я его уже вижу. Орех крокотук. Нет, не крокотук. Ерунда какая-то. Конфеточка. Хоть сладкого поесть. Для мозгов полезно. Смотрите, это карта. Нам туда. Куда без меня? Нужен ключ. Вот он. Стойте! Остановите! Thank you.
Ну, царевна лягушка, некогда нам сейчас целоваться. Нам надо деревяшку догонять. Свободно! Сейчас я вам устрою крушение поезда! Я плавать не умею. Сейчас ты научишься. Хотите яблоко? Стойте! А ну пошла! Сколько щелкунчиков? Они тоже раньше были принцами? Нет, Маша, это настоящие щелкунчики. Смотрите, как они ловко щелкают орехи. Меня не обманете, не тот орех. Чего? Я плавать научился и летать научусь. Стой! Я орех видел. Тормози, пора приземляться. Вот он, волшебный орех Крокотук. Он мой. Но как же его достать? Вон отсюда, я первый. Время уходит. Бежим! Мы можем опоздать! А, деревяшка! Приковылял на своих спичечках за моим орехом! Я мне отдам! Иди, иди, не бойся! Сейчас я с тебя буду стружку снимать! Нет! Ой! Принц! Ах ты, кусаться! Я тоже кусаться умею! Вот он, орех! Это твой последний бой! Молись своему деревянному богу! Хорошие девочки не по елкам лазают, а дома сидят! Кушают кашу, слушаются мамашу. Стой, стрелять буду. Что, домой отправилась? Ну, получи. На, шарик. Маша. Ты еще здесь, непослушная девчонка! Заколдую! Жалко, я тебе раньше ноги не перегрыз. Увечья наносить? Я к тебе дырок
Крокотук теряет свою волшебную силу после 12-го удара часов. Ты готова? Нам пора ехать. А почему ты плачешь? Не стоит плакать о сломанной игрушке. Мы купим тебе новую. Он не игрушка. Он мой друг. Мастер Трассельмейр напрасно надеялся на меня. Я не смогла помочь принцу. Простите меня, принц. Простите меня, мой друг. Мой друг. Вам грустно, что вы остались игрушкой? Не печальтесь, принц. Через год созреет другой орех. Где Маша? Что с ней? У меня так бьется сердце. Сердце? Вы изменились, мой мальчик. Ведь я же отдал волшебный орех мышиному королю. Неужели она погибла? Волшебный орех – это только испытание. Любовь и преданность друзей – вот истинное чудо. Вот так, принц? Скажите мне, она жива? Да, мой мальчик, она жива и ждет вас, верьте мне. Смелее вперед, ваше высочество. Thank you.
не знакомы. Позвольте пригласить вас на вальс. Я так давно не танцевал. Вы прекрасно, прекрасно танцуете. О, бал в разгаре. Когда я танцую, я буквально забываю про еду. А что же стало с мышиным королем? У меня буквально талант к танцам открылся. Ой, смотри, кто это? Похож на его мышинство. Как он изменился. Наверное, волшебными орехами объелся. Ой, вот он, мышиный король. Он превратился в щелкунчика. Он все такой же злой. Толстый, спасай мышинство, а то раздавит. Он же абсолютно деревянный. А мы? А как же мы? А как же мы? А мы? А где же мои придворные, мои друзья? Мастер Дроссельмейер, вы же волшебник. Нет, Маш, вы сотворили чудо. Волшебница, это вы. Ой, я всегда знала, что все кончится хорошо. И я знал. Лошадь живая. Откуда здесь лошадь? Уходим. Гиды, может, останемся, а? Ты балет поставишь в мышиное озеро. Я партию принца станцую. Нельзя, толстый. Нам надо уезжать с Дроссельмейером. Мы же сказочные мыши. Бежим. Ой. Лавка Дроссельмейера. Здесь мы впервые встретились. Но тогда я был просто деревяшкой. Нет-нет, я сразу поняла, что вы самый настоящий принц. Ой, кажется, наша сказка заканчивается. Для тех, кто верит в чудеса, сказка никогда не кончается. Прощайте. Друзья, будьте счастливы. Нам для счастья надо королю девчонку найти. Ну, может быть, лет через 100. Найдется какая-нибудь красавица-мышка. Влюбится в нашего короля, и он наконец-то оживет. Да, вот так. Хорошо бы эта красавица нашлась в теплых краях. Да. Где нет снега, где очень-очень много сыра. И берега прям сырные, и вкусные, и тепло, тепло. Уехали, да про меня старую забыли. Ну ничего, ничего. Вы меня еще вспомните. Орех крокотух все равно будет мой. Чтобы жить по солнечному.
глаза, чтобы просто верить в чудеса. На краю земли время тает, как снег. Миг любви для двоих, это...